Ne-am strâns 20 de fete echipa. Din păcate, iarăși avem Anastasia Toma, nu a putut să reprezinte, deci așa e, genunchi, cum s-ar spune, e accidentat, deci foarte am vrut măcar să aducem, dar s-o primit așa că nu poate. Deci, păcate, de undeva se duce, de undeva vine. Actual, iarăși, avem încă două probleme, dar sperăm că să fim toți 20, 100%, acolo lucrează medicii, lucrăm noi deasupra. Antrenamente merg între lor. Din partea tactici, cred că nu avem ce spune, vor juca. Asta nu e problemă, cum că fetele joc fotbal, problema trece, cum am spus, noi vrem cum să jucăm cât mai mult, să ținem mingea, să jucăm fotbal, dar deci să nu ne gândim numai că de porțile. Un pic, eu cred că să revenim și la meciurile cele. Cum a spus și azi domnul Draguș, că deci fotbal moldovenesc așteaptă la băieți, la fete, rezultate pozitive, ceva ne străie să facem un rezultat pozitiv. Наша команда настраивается только на победу. Да, девочки играли 3 года назад, но это будет совсем другая команда, чем та, которая приезжала. Но и у нас много тоже поменялось. У нас есть много девочек, которые играют за границей. И мы Азербайджан не боимся, мы дадим им бой, тем более, что мы дома. И мы будем выходить и бороться за 3 очка. Единственное, что я хочу в игре с Азербайджаном, это чтобы у меня в воротах было 0. А красивые голы хочу, чтобы наши нападающие, хорошие игроки, которые есть в команде, забивали. И чтобы мы получили эту победу, в которой очень нуждаемся. Спасибо. Семазия Лиш, уважаемые журналисты, момент вам приберу в ворот. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Господин Думус, единственное ощущение того, что таблица условно разделена на 2 части. Мы с Азербайджаном внизу, все остальные вверху. И завтра практически главный матч года. Вы хотите прогнозы или вообще все мои, это не хватит? Я понимаю, что да, очень большое давление. Вы понимаете, но я не хочу то есть давление больше всего принимаю на себя. В принципе, никто на нас не давит, потому что мы нас так и оставили, мы работаем. Единственное, что я это чувствую давление от себя, внутреннего своего, потому что как бы мы понимаем, что это не единственный шанс, так сказать, брать очки УЕФА, они очень у нас на вес золота последние годы. Но надеемся все-таки на положительный результат, понимая, что мы немного, они вчера отыграли матч, у них перелет, мы чуть-чуть, конечно, так скажем, что в приоритете, но в другую сторону они уже как бы раскачаны уже здесь. И здесь игра покажет, я не могу ничего сказать вам. Мы подготовили, есть 2 плана, я не буду говорить о планах, о всего, но мы готовимся к бою, потому что мы знаем, что очень хорошая команда по игре с Испанией, которую мы отлично, мы ее изучили. Там понятно, что процентаж не в сторону Азербайджана, но по самоотдаче и по тем физическим показателям, которые показывала команда Азербайджана, очень-очень хорошую сторону, я вам скажу. По вчерашней я не могу ничего сказать, я знаю только что 0-4, даже нет голов, ничего. Вот я обошел, ничего нету. Но это тоже такое показать, так как вы знаете, мы сыграли с чехами, с чешками, то есть силу команды уже мы почувствовали. Ну а дальше уже такое ощущение, знаете, двоякое. То, что в Турции не проводится национальный чемпионат, для нас это хорошо или плохо? Получается, не команда из сплошных легионеров. То есть, может быть, она гораздо сильнее, чем представляется нам на самом деле. В Азербайджане? В Азербайджане, да. У них есть чемпионат, да, ну, видимо, у 19, но этих нету. Давайте так скажем, есть ЮАР, которые нету внутреннего чемпионата. Но они играли на чемпионате мира, они вышли из группы,
они только в 1-4 проиграли. То есть это, давайте скажем, что это не показатель на данный футбол, это тут специфика от женского футбола, потому что, с одной стороны, это дает, что легионеры играют где-то в каких-то топовых командах, с другой стороны, все-таки сыгранность, вот этот отрезки, вот я сейчас чувствую, потому что играю, что все-таки хотелось бы почаще встречаться, но что есть, оно то есть. Это специфика того, сборных, всего, что надо в короткий момент, надо все это дорабатывать, коллектив, начиная с коллектива, а заканчивая и тактикой, и психологией, и всем. Да, Чипр. Це буде великого класу. Десь тут тим все координат, що якої кількість кредититься, кому стати. Ви скажете или последнє? Ну, я бы могла сказать о том, что девочки, те, которые играют за границей, мы достаточно такие уже сыгранные, потому что мы не первый год вместе. Уже отыграли с 2015 года, мы отыграли уже практически, можно сказать, 4 года. До этого мы играли в чемпионате, где более-менее знали, кто на что способен. Сейчас мы тоже друг друга все хорошо понимаем. Конечно, есть где-то недоработки, кто-то растет, кто-то приобретает какие-то тоже хорошие качества. Поэтому здесь я считаю, что у нас в этом плане все в порядке в команде. Есть сыгранность, есть взаимопонимание. Хочешь добавить что-то? Deci, eu așa spun, niciun antrenor niciodată n-a spus că lui a fost timp de jos, cred că știți asta, că ceva mai bine să spui că nu. Eu așa să spun, destul de normal, ok, pentru timp este 4 zile care noi le facem. Eu am început un lucru din iunie care și-al merg, numai că fac niște cerințe cu pași mici, că nu putem noi într-o 3-4 zile să le punem și să spunem că noi să ieșim și am ușa să arătăm meciul. Deci facem câte un pas de cealaltă, că eu văd când echipa mă înțelege. Dar lucrul e terminat, încă, cum să-l spunem, nu e terminat, sperăm că o să-l terminăm până la mine. Da, deci așa, da, nu putem noi tot asta. Fiecare antrenor are cerințele lui, cum vede, știți cum. Deci la noi tot merge și o rotație, cum Ludmila a spus, câte lucruțic noi aducem fete alte noi. Din păcate, cum din păcate, Bardari foarte o ratat, din foarte buni, buni, am fost un under 19 la Irlanda de Nord, o ratat foarte bine. Deci, din păcate, un mic accident s-a primit, dar sperăm ca să fie cu jucar. Știți, noi deam câte lucruri, începem a convoca niște fete care noi, care vin din... Da, așa, vă răspolagăte video matchii Cehii Spania, da? Da. И вот есть ли ощущение, понятно, что испанки нам не чита, есть ли ощущение слабых мест, которые мог показать этот матч, например? Вы знаете, я смотрел его в прямую, потом еще раз, потому что для меня такой результат был, ну, мы знаем, 0-4 первый тайм, да, и второй тайм 1-1. По держанию мяча там 52 на 48, то есть команда Чехии ничем не уступала. Единственное, что, хотя что в Чехии эта тройка, они играют 3-4-3, тройка нападения, там, которые... Вонявков – это с Аякс, правый с Интера, с левого с Ювентуса. То есть сразу-таки чуть-чуть все-таки показалось, что испанки были технически более, понимаете, в тех моментах, когда надо, они забивали. Чешкам они не повезло, то я так скажу, потому что во втором тайме у них было 3-4 момента. Какие, когда я вижу, ну, во-первых, у нас немного, ну, небольшая есть все-таки разница в физической подготовке. То есть все-таки там занимается более в профессиональном плане, имеется в виду. Но мы все равно, и девочки приходят, все, кто-то занимается дополнительно. Кто в Румынии, они тоже вчера спрашивал, есть даже двухразовые тренировки. Не говоря о том, что есть микроцикл полнейший, то есть недельно они готовятся. Это радует, потому что по чуть-чуть, пошагово. Также хотим, чтобы здесь, в Молдове, то же самое это проходило. То есть не 2-3 тренировки, чтобы было нормальный
микроцикл подхода к матчу. Пока что мы не будем вот это делать, все это подходить, нам будет тяжело. А как у вас обстоит дело со скамейкой запасных? Есть ощущение, что в случае необходимости вы по ходу матча сможете усилить? Ну, я сказал, на данный момент у нас минус этот, который Анастасия, это, конечно, это главный игрок, который основного состава, так сказать. На данный момент Петелка неплохо, хорошо смотрится. То есть у меня нету сейчас 11 человек. Вам честно скажу, что у меня есть 14 человек, которые я рассматриваю, еще не знаю еще основной состав. По своим требованиям, то, что я хочу, это есть. А вот еще мы будем, у нас еще есть 3 тренировки, которые мы будем присматриваться и, в конце концов, то есть будем выбирать. То есть я вам скажу, по скамейке есть уже. Движение в международных матчах значительно активнее. Как вы собираетесь вдохновить команду в перерыве, если они только вам скажут, все силы закачать, бегать больше не можем? Я не верю этим, не то что словам, я не верю то, что они могут так сказать, потому что знаю уже один год, так номинально, но это уже третий, даже четвертый сбор, делая тренировки, которые никогда мне не сказали, что тяжело, поверьте мне. Хотя, что мы даем иногда интенсивность, они никогда. То есть у нас девочки с характером. Я всегда их благодарю, где-то даже я их щадю. Я не думаю, что они так скажут. Но если вдруг скажут, что мы можем сказать ему? Можем только сказать, девочки, соберитесь с духом, выходите и... Мужчина-тренер способен понять психологию футболистки? Ну это всегда надо учиться, это надо, понимаете, входить, особенно футболистки. Тут же это тоже, каждый человек имеет свой характер. Тут надо перед этим работать, понимаете? Индивидуально, и потом уже будешь знать. Если сразу пришел и сразу какие-то ставишь, у женщин я не думаю. Так надо индивидуально. И потом уже подводить к этому. Я думаю, что тогда даст плоды.